Я рад приветствовать любителей жутких историй на канале Демако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру под названием Distraint. Ну что, дорогие друзья, давайте продолжим. Продолжим нашу жуткую, при этом очень интригующую историю. К чему же все это может привести? Нам надо сварить, как всегда, кофейку, наверное, хлебануть кофейку и наваливать. Ладно. Кофе готовится. Мне и правда нужно успокоиться. Я заработался. Вы знаете, как вы точнее всего помните, здесь на кухне подтворилась просто жесть. Да еще такая, офигеть его. Какая жесть, надо умыться, блин. Мне нужно мыть... Мне не нужно мыть руки. Да блин, какого черта тебе? Мойся просто, ты 3 дня не мылся вообще и в туалет не ходил, 3 дня. Чувак. Вау. Газета пришла. Что это? Ах да, я подписан на газету. Отлично, то, что нужно. Попью кофе, да почитаю новости. Напиток уже должен быть готов. Пипец, я опять сейчас там родители, не? Слава богу, что здесь никого нет. Газета и кофе хорошее сочетание. Если их, конечно, не смешивать. А что тебе не нравится-то? Нормально. А. Замечательно. Ладно, пойду к столу. Тра-та-тули, тра-та-та, что там пишут? Тут спокойно. А, теплый кофе. Должен быть горячий, правда. Любопытно. Они собираются повысить налог на еду? Что еще? Началось строительство шоссе. Держи пари, его проложит там где-нибудь, где участок мистера Тейлора. Ну, опять, кстати, мы вот сейчас как раз, наверное, к мистеру Тейлору скоро мы и поедем. Интересно, как он? А это что? Были придуманы новые специи? Круто. Интересно, что там дальше? Страница некрологов. Слишком много имен. И указан возраст. О, мне кажется, сейчас мы кое-кого увидим из знакомых. Нэнси П. Гудвин. Вот так вот приплыли. Нет. Нет, нет, нет. Я окончательно сбился с пути. На меня обрушился весь мир. Моя душа просто разрывалась на части. Я не понимаю, почему он страдает. В каком плане? Он ведь ничего не сделал. Он пытался даже ей помочь. Он пытался ее к себе перетянуть. Она сама отказалась. В тот самый момент я и принял решение. Я должен уволиться. Но перед этим я должен навестить ее могилу. Идут земляные работы. Вход только при наличии разрешения. У нас есть разрешение. Толстая цепь и огромный замок. Здесь я не пройду. Перепрыгнем забор там чуть выше твоей головы. Ой, да, шеи. Перепрыгнуть-то на секунду. Шмэк-шмэк, а мы там. Чё ты? Тут никого нет. Да, ребятки. Нас накрыло очень сильно, дорогие друзья. Ё-моё, мистер. Это что, дом, который мы в лесу видели, разве нет? Я пришел навестить могилу миссис Гудвин. И что, тебе это мешает в хату влезть? Ладно, давайте поговорим. Похоже очень на дом, который мы видели в лесу. Добрый вечер. Вы вырыли неплохую яму. Спасибо. Я хочу зайти на территорию кладбища. Ты что? Не читаешь объявления? Мы закрыты, так сказать. Приходи в другой раз. Можно я просто... Нельзя! Послушайте. Какой-то подозрительный тип снует возле ворот. Он явно пытается проникнуть на территорию.
Я на это не поведусь. А теперь убирайся и не мешай мне работать. Эх ты говно. Думаешь, умнее всех? Я буду этим типом, который снует и пытается перебраться через забор. Вот я уже сную. Видишь, я сную. Я пытаюсь перебраться. Да-да-да. Давайте в дом попробуем близким, в хату, и насрём на стол. Чтобы он сразу понял, что мы серьезные ребята. Я хочу... Хотя, я не могу к ней пройти. Вот так вот. Я хочу навестить, но не могу к ней пройти. Ай, к черту. Мы внутрь вошли. Жуткий парень. Не стоит мне копаться в его вещах. Чем тебе лопатой-то погреет? Но мне нужно навестить миссис Гудвин. Что ж, за дело. О, что-то нашел. Мы нашли ключ от кладбища. Ну давайте и навалим отсюда. Дверь перекошена и слишком плотно сидит в раме. Мне ее не открыть. Предлагаю ломом слегка поддернуть. Сейчас, наверное, он тут, да, прям возле нас. Такой, ага, ну я понял, нам в ту сторону надо идти. Пойдемте в ту сторону. Да, дождь, блин. Дождь и похороны. Как будто погода плачет. Очень печально. Расставаться всегда, кстати, очень печально. Не готовы мы. Не готовы мы. Толстые цепи, огромный замок. Не готовы мы смириться с тем, что человека больше нет с нами. А все это, наверное, потому, что мы в нашей культуре вообще-то непривычно. Или это давно было утеряно. Ключ подошел. Я отпер ворота. А вот ключ сломался. Чувствую, точно лопатой получим. Духовно слабо развиваемся. Ладно, не буду я про эту тему задвигать. Я не про религию вообще имею в виду, что человек должен духовно развиваться. Неважно, во что он верит, во что, что, когда, что, да, как, неважно. Он всегда должен развиваться духовно, тянуться к чему-то прекрасному. Так, так, мы тут снуем. Мы снуем, кстати. Вы заметите, да, мы снуем. Опа. Я ее помню. Она же была в больнице. Бабуля, помните, сидела на диване? А рядом был на коляске чувак. Простите, я не хотел вас напугать. Но постойте, я вас знаю. Вы из дома престарелых. Что вы здесь забыли? А, блин, черт подери. Фу, я сейчас вспомнил уже, как в доме престарелых обходятся с мертвыми людьми. Фу, у меня аж мурашки по всему. Аж не отпускает. Что вы здесь забыли? Я пошла навестить своего мужа. Но он но они закрыли кладбище. Ха! Они всерьез решили, что смогут не пустить меня? Черта с два! Проклятые бюрократы. Но, мадам, нельзя вот так проникать на кладбище. Ты сам только что это сейчас сделал. Вы можете... Вы можете успокоиться. Простите, пожалуйста, что-то я, видимо, подпростыл слегка. И отдать мне лом. Пожалуйста. Нет! Я никуда не пойду, пока не навещу своего мужа. Я что? Я что, должен пойти к могильщику и рассказать ему о том, чем вы занимаетесь? Я бы этого не хотел. Этот парень меня пугает. Сейчас ты ломом получишь. Еще больше тебя напугает. Ладно. Вот. Я просто побуду здесь. Спасибо, мадам. А я пойду взламывать хату могильщика. С этим прекрасным ломом. С ним у нас, думаю, будет много связанного. Интересного. Терем-терярем, терем-терярем, терем-терем-терярем, терем-терем-терем, тям-тям. Трям! Терем-терярем, терем-терем-терярем. Я не знаю, чем заняться, пока мы идем по кладбищу. Предаваться грустным мыслям не хочется. Но музыка, видите, заставляет нас подумать о печальном. Слегка.
Дождь этот. Чувак-то там еще копает? Ты копаешь еще? Да, копает. Так. Сохранились. Ай, дайте. Лом, лом есть. Может, получится ее открыть с помощью лома. Давай. Открывайся. Сработало. Тра-та-тули, тра-та-та. Мы в хате. Здесь всякий хлам. О, а это что? Вы нашли доску. Зачем мне доска? Я буду... не буду я ничего класть обратно. Возможно, это еще пригодится. Пригодится для чего-нибудь. Предполагаю, что этой доской можно ударить могильщика. Инструменты и хлам. Ничего интересного. Инструменты уже интересно. Ну, валим. Предлагаю его ломом окантовать немножечко. Загляните. Я отобрал лом у взломщика, пытающегося проникнуть на территорию. Это доказывает, что я вам не лгу. У взломщика? Только не в мою смену! Да-да, детка, валяй отсюда. Надеюсь, доска длиннее, чем яма. Да. Тра-та-тули, тра-та-та, тра-та-тули, тра-та-та. Обманули дурака на 4 кулака. Так, сюда я тоже могу пойти, да? Могу. Но я мог в ворота войти. А вот и я. Уже. Мог, но под дождем. И в этот самый момент... Я словно ощутил ее присутствие. Это тяжело, тяжело писать словами. Я знаю, что вы ни в чем меня не вините. Но я прошу у вас прощения. Пусть наше знакомство и было мимолетным, но... Вы заслужили лучшего. Ваша смерть перевернула что-то в моей душе. И я принял решение уволиться. Где бы вы ни были, я надеюсь, что у вас все хорошо. Я в этом уверен. Какой же я дурак. Нужно было хоть поставить вам за вас свечку. Хотя, тот фонарь, который вы дали, все еще у меня. Похоже, пришло время вернуть его вам. Пусть он осветит ваш путь в грядущей жизни. Покойтесь с миром, миссис Гудвин. Трогает, да, за душу, ребят? Прям так реально очень... Вроде пиксельные персонажи, а насколько трогательно все. Потому что человечность, она не имеет формы, да, она ощущается. Я набрался смелости. Пора положить этому конец. Я не могу так жить. Пора увидеться с начальниками. И сообщить им, что я ухожу. Сейчас. Сообщишь ты им. Давай хоть для храбрости воды хлебнем. Это кулер. В нем еще осталась вода. Она, наверное, всегда в офисе есть. Так, еще дверь, да? Сохранимся. И пойдем по дверям лазить. Начнем с первой. Я бы не прочь, но мне не нравятся общественные туалеты. Чё у тебя за мания? Ты вообще с людьми-то как? На работе как? Ты вообще не писишь, да? Так, смотрите, это сейфы, да?
Он открыт. Вот как. И мне... А, и что мне делать? И какие-то таблетки, что ли, нашел? Соломка. Странно, она в сейфе-то оказалась. Заперт наглухо. Заперт наглухо. Кофе. Сейчас у меня нет желания пить кофе. Как странно. Ты ж так любишь кофе. Зато мы соломку нашли. Сыпанем солью в лицо женщин, не сможем проскочить. Я чувствую, что это приблизительно так и будет работать. О. Можем уехать. Давайте поговорим. Привет, Женя. Как ты? Рада вас видеть, мистер Прайс. Ты не видела начальство? Нет. Понятия не имею. Где они? Перестаньте меня допрашивать! Успокойся, Дженни. Прошу прощения. Мне приходили какие-нибудь сообщения? Нет. Боюсь, что нет. А чё она такая нервная? Ты чё такая нервная? У тебя чё, работа совсем? Тебя доконала. Сидишь тут, в ус не дуешь, на улице дождь, тут тепло. Ни хрена не делаешь, он голову только качаешь. Ладно, хорошо. Сообщи, если узнаешь, где начальство. Конечно, мистер Прайс. Вот так вот. Уважение, мистер Прайс. Я тут занимаю хорошее место. Не какое-то там говно. Они не он не звонит. Вот, мало, они не звонят. Так, полазим в чужом компьютере. Так, ничего нет. Ладно, идем дальше. О, Пабло, ты ли это? Так, он не звонит. Это получается три кабинета трех боссов. Они вообще идентичные. Посмотрите, они похожи, только цветами различаются. Опять же, по цвету, видимо, их пиджаков. Мур. А где мой? Че тут написано? Макдад, тут кто-то. Брутон, Макдад. А, вот я, кстати, это мой кабинет, это прайсовский мой кабинет. Так я вообще с ними, знаете, такой, я такой чел прям ровный, ровный чел. Давайте пообщаемся. Пусти меня в мой кабинет, ты. Здравствуйте, что вы делаете? Вешаю табличку с вашей фамилией, мистер Прайс. Молодец, сынок, и по щеке ему. Вот так вот, молодец. Работай дальше, усатый. Предупроверю. Сейчас, мне кажется, знаете, ощущение того, что мы становимся какой-то большой шишкой, переборет, и мы останемся здесь работать. Он не звонит. Так и неудивительно. Ты что-нибудь видел? А? Усатый мордатый. Так, давайте, ладно, зайдем в эту дверь. Ничего. Зайдем в эту дверь. Ничего. Синий. Красный. И там еще какой-то, да? Давайте выйдем. Вполне возможно, нам надо последовательно войти. Какие-то комнаты. Тут туалет, солонка зачем-то нам нужна. Зачем нам нужна соль? Я не собираю... Так это, я не сбегу, поджав хвост. Да ну ты что брось? Это не сбежать, это так, повеселиться. Давайте в соли, в воду соль нальем. Насыпем соль в воду, точнее. В эту бутылку соль не насыпать. Как не насыпать? Здесь соль не применить. Ладно, в туалет может соли. Никакого эффекта не даст, но прикольно же. Так, я чувствую, что нам надо соли дать вот этой женщине. Сомневаюсь, что это, что ей нужна соль. А вдруг она ради соли здесь и работает? Откуда ты знаешь?
Это не смешной розыгрыш. Ну как не смешной? Ну нормальный. А тебе нужен смешной розыгрыш? Или у нас другая цель? Типа надо придумать смешной розыгрыш. Подшутить над начальством. Это не смешной розыгрыш. Так. Надо на картину внимание позже пообращать. Пока непонятно. Нет, спасибо. Эй, вам нужна соль? Эй. Не трогайте мой телефон, хорошо? Простите. Так, это его телефон, значит, здесь, да, лежит? Висит. И нам, походу, надо его трогать. А я позвонить не могу. Вы знаете, какая-то хитрость тут все-таки присутствует. Но какая, пока непонятно. То есть, что-то нужно сделать, чтобы действие дальше пошло. Что конкретно, ну вообще непонятно. Потому что, ну, дама с нами не разговаривает. Ты точно не знаешь, где они? Я не знаю. Сделать мы ничего не можем. Может, в кофе надо? Вот, наверное, в кофе сейчас насыпем соли. Типа шутка. Немного соли для вкуса. Готово. Какая веселая шуточка. Он слишком соленый. Ну возьми его, ё-моё. Дашь ей, пускай попьет. Попьет кофейку, может пойдет в туалет потом, а мы тут можем на бумагах покопаться. Эй, Джинни, с кофеем что-то не так. В смысле? У него странный привкус. Я даже сказал, солоноватый. Как я устала от этих розыгрышей. Ладно, ладно. Я проверю. Спасибо, Джинни. Пипец, ты что с тобой случилось-то? Чё у тебя ноги-то в разные стороны? Тут, походу, любят это дело, да? То самое. Делать со своими работницами. Эти мужики, что она в раскоряку ходит все время. Давайте посмотрим. Ладно, что тут у нас? Похоже, с помощью этого Дженни осуществляет звонки. Ставлю шнур в голубой разъем. Готово. И что теперь? Так, ты ставил в голубой разъем. Теперь можно пойти в комнату голубую и позвонить. А голубая у нас была здесь. Ё-моё! Пипец! Да какого ж хрена, а? Фу, блин. Так нельзя пугать. Слушаю! Мистер Тейлор ожидает на линии. Соединить вас с ним. Чего? Опять? Ай, да-да, давай. Брутон. Здравствуйте, Брутон. Это Тейлор. Как поживаете, мистер Тейлор? Послушайте, я понимаю, что муниципальные власти хотят проложить шоссе. Я собираюсь дать согласие. Чего? Вы дадите согласие? Да, но... Я считаю, что будет справедливо, если мою хижину перенесут в другое место. Ведь, полагаю, вам нужен мой участок, а не сам дом. Я готов пойти вам навстречу. Давай! Слишком поздно, это слишком большая цена за все, что от вас требуется. Я могу оплатить часть расходов. Этому не бывать! Ну, он тварь, короче, да, я смотрю. Завтра я пришлю к вам очередного паренька. Чтобы он видел вас подписать документы. Но... Прощайте, мистер Телла. Вот говнюк. Вот что с нами. Видите, мы просто пешка в игре. О, я не знал, что он такой грубиян. А ты думал, что они только пляшут и веселятся, что ли? Конечно, грубиян.
Дрескакус. О, вы видали? Фу, да мурашеешь. Пипец, мне ж на руке мурашки. Офигеть. Это что сейчас было? Пабло, ты видел это? Пабло. Но сейчас нам надо спуститься вниз, естественно, переткнуть в другую линию и пойти посмотреть другую линию, да? Опять ты тут. Ну ё-моё, женщина. Ну что, дорогие друзья, пришло время заканчивать очередную серию по этой прекрасной игре. Я думаю, уже в следующей серии мы, наверное, подведем итог всей этой истории. Но это уже, как говорится, будет совсем другая серия и совсем другая история. А сейчас не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, делиться им с друзьями, а также добавлять плейлисты и вступать в нашу группу ВКонтакте, дорогие мои. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю, увидимся в новых прохождениях. Всем пока.